Проведение конкурса «Здоровая семья» стало доброй традицией на Брестщине. Организатор мероприятия – Брестский облисполком, Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также областной комитет социальной защиты и труда, приглашая горожан к участию в конкурсе, тем самым возрождает интерес к укреплению и восстановлению здоровья семьи. Главной задачей данного конкурса – это прежде всего пропаганда имиджа здоровой семьи и, конечно же, выявление положительного интереса, интересного опыта, сохранения здоровья, создания благополучия семьи. За звание лучшей здоровой семьи региона могут побороться люди, проживающие на территории Бреста или Брестской области. Участникам конкурса необходимо предоставить медицинские справки, а также фотоматериалы, подтверждающие физическое здоровье и социальную активность каждого члена семьи. При подведении итогов конкурса будут учитываться такие важные факторы, как условия проживания семьи, их именно подходы по сохранению, укреплению здоровья, их состояние здоровья, исключение таких факторов риска для заболеваний, как повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, сахара в крови, исключение вредных привычек. Заявки на участие в конкурсе и фотоматериалы семьи могут предоставить до 20 августа. Имена победителей будут оглашены 25 сентября на открытии 9-й международной выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни», где лучшим семьям будут вручены награды и поощрительные призы. Более подробную информацию можно узнать в отделе общественного здоровья Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии, а также на сайте Брестского облисполкома.